И задай, пожалуйста, вопрос. Можешь душе, можешь Богу, тому, кому тебе удобно задать. Задай вопрос себе. Как, на основании чего в психике формируется программа ума? Когда это происходит? Как это происходит? Как работает этот механизм? Что такое программа ума, как структура психики человека? Это такое, что ум нам дан как под задачу этой жизни. Что касается интеллекта, у нас он как будто связан с ресурсными теми травмами, которые у нас есть. Первоначальная, скажем так, база, она прям идет таким, ну, полноценной связью. Эти ресурсные травмы, они даны нам из, ну, на эту игру цельную. И ум, чтобы играть в эту игру, определенные качества, определенные, как, вот, связи, знания уже, которые мы можем получить, нам легко даются, да, можем принять, оно идет вот из ресурсных травм. То есть оно такая чистая вот связь. Но при этом человек самостоятельно может получать больше информации, больше знаний из каких-то других структур, что касается, допустим, интересов его. Вот и что касается интереса, оно немножко как-то идет в стороне. Оно вроде... Вот интерес — это не ресурсная травма. Оно идет, интерес, допустим, идет вот как будто с чистого сознания передается откуда-то выше. То есть, если ресурсная травма, она связана, мозг вот как снизу, то вот, что касается интереса, оно идет как сверху. Какая-то более, ну, что ли, высокая энергетическая структура, не знаю, как это назвать. И программа ума. Это интересно. Оно питается сверху или оно питается снизу? Вот я, оно, знаешь, оно как двустороннее. Вот чистую связь я вижу как снизу, с травм. То есть оно формируется на основе, вот как интеллект, да? Он формируется снизу, первоначально идет. Но подпитка энергетическая, она идет сверху, как сознание. То есть оно такое двустороннее. И при этом... Но если с ресурсных травм оно как-то связано, вот такая двусторонняя связь, да, то сознание сверху, оно идет одностороннее. Программа ума связана с эго. Каким образом? Ну, эго — это как расширенная программа ума. Оно идет вот в программу ума, да, вот, а эго, оно вот выше структуры идет. То есть эго формируется на основании вот этой ума. Оно как оболочкой дальнейшей идет. И к эго здесь еще что-то добавляется, кроме вот, да, интеллект здесь идет сейчас. Эго уже идет еще плюс дополняется какими-то, как с телом примяски, в плане психическая составляющая. Личностная? Да. Да. Здесь в эго не только ум, да, но и как и тело завязка идет. Реакции физические. Ну вот эго, оно вот как пошире идет. Программа
ума, она каким-то образом зависит от генетики человека? Опять вот показывают вот эти ресурсные травмы. Я все вижу эти жгуты просто все время. У меня сейчас такой образ создался, и он выскакивает уже как понятный. Если ресурсные травмы были, в том числе и генетика, там в любом случае была генетика, как ни крути, то да, оно в этом плане связано. Но я так понимаю, ты имеешь в виду больше, как передается ли от рода к роду не через травмы, да, а через как нечто такое. Где запускается механизм формирования ума, в какой структуре психики. То есть травма, она уже запулена сюда через высшее «я». Получается, что это надматричная структура формирует программу ума. Угу. А где там в надматричной структуре искать, что определяет именно ее формирование? Ведь можно в одну и ту же ресурсную травму попасть с высоким интеллектом и с низким интеллектом. Что определяет уровень интеллекта человека и вот эту программу ума? У кого-то она более активна, у кого-то более пассивна, у кого-то она лучше работает на дешифрацию, у кого-то она лучше работает на втягивание в игру. Кто вот эти аспекты определяет, в какой момент? Здесь связь идет высшего «я» с душой. На этом уровне идет определение. Но там учитываются какие-то определенные факторы. Сейчас пытаюсь понять, зацепиться за это. Посмотри, если надо перейти в надматричную структуру души, то ты сознанием туда можешь перейти легко и свободно. И посмотреть, где в структурах души это может формироваться. Оно, знаешь, как будто идет не в структуре в душе, а высшее «я». Там какой-то есть дополнительный слой. Есть какой-то слой, который... связь туда-обратно, да, осуществляет ресурсную травму, потом как опыт выдает душе. Но там есть какая-то еще прослойка, структура, которая определяет. И самое интересное, знаешь, оно, вот, оно как не подвластно душе, и оно, блин, оно такая интересная какая-то. Сейчас попробую. Механизм отношения имеет или нет? Как они связаны с механизмом веры? Там же одновременно есть прослойка механизма веры. Оно как будто что-то противоположное. Знаешь, вот сейчас по телу идет вот прям непринятие какое-то. Вот эта вот структура, она как будто... компенсация. Она как будто какая-то там искаженная, я не знаю. Но противоположное идет на вере. От веры она идет в другую совершенно сторону. Компенсация механизма веры, противоположность, да? Невере. Включение в игру на этом уровне. Верю, не верю. Ну, похоже на то, но там еще что-то есть. Подожди минуточку сейчас. Знаешь, хочется сказать сейчас, что у высшего «я» и есть еще дополнительная какая-то своя игра, которая не подвластна душе, как будто она подпитывается с какой-то другой структуры. И вот эта вот прослойка, что касается интеллекта, да, она определяется как раз-таки вот этой вот структурой. Оно идет представлено к высшему «я», но подпитка идет. Знаешь, оно как будто вот раздувается там. Вот высшее «я», да, оно становится таким важным, я не знаю. Когда я вот сейчас смотрю, да, оно... блин. Из клапана, из соска превращается. Вот что-то, да, такое что-то очень более глобальное, необходимое, да. И наделение сознанием отдельным высшее «я». Что-то очень похоже на это. Как будто высшее «я», знаешь, оно расширяется, становится такой структурой, но меньше души, да, но тем не менее оно становится, оно как свою важность определяет. И это ее часть 100%, что касается прокладки интеллекта. Хорошо, и вот сейчас я вот думаю, говорили, да, насчет заменить высшее «я». Это забавно может получиться, если не учитывать вот этот вот аспект. То есть это
высшее я связано с интеллектом. Хорошо. А давай пойдем выше. И самое интересное, оно вот, когда выпускает вот эти вот ресурсные травмы, да, в сознание, вот оно определяет, да, допустим, на понимание, вот как будет человек в этой реальности проживать. То есть он поймет, осознает эту ресурсную травму, достаточно он будет интеллекта или он не осознает. То есть вот это вот решает высшее «я». И поэтому у них идет некий дисконнект с душой. Потому что душе это надо проживать, этот опыт, да? А как он будет прожит, решает именно высшее «я». То есть вот такого плана. И вот здесь вот его важность определяется. То есть как такой конкретной структуры. И вот я вижу сейчас три слоя высшего «я». Этот вот достаточно тонкий слой, который определяет вот за интеллект, вот это отвечает, да. Потом толстый очень слой, который двустороннюю связь. И третий слой тоже такой же тонкий, как что касается веры, включения веры. Вот такой трехслойная какая-то составляющая, бутерброд такой. Вот сейчас вижу три слоя. Это на переходе между высшим «я» и душой, то есть это разделение матричных уровней идет? Это нет, это душа, это, выше, это составные части как высшего «я». Это составные части высшего «я». Отлично. А давайте теперь посмотрим, все-таки возьмем вот этот слой интеллектуальный, который в платье прошит у нас, да, и пройдем, что стоит на входе в этот слой. Ведь там же какой-то сигнал приходит на вход. Откуда он приходит? Что формирует сам этот слой? Формирование идет за счет количества ресурсных травм, которые нужно будет прожить, энергии, которую душа готова дать на это, еще там сейчас еще есть 100% есть это самое поверхностное. Как будто еще, знаешь, зависит от физического составляющего тела. Что он готов принять, какое оно будет, то есть, хотя оно формируется тело за счет как раз-таки высшего «я». Вот пройдя уже через этот слой, это уже потом на выходе, подожди. То есть получается по результатам предыдущей игры формирование интеллектуального уровня тоже идет? То есть он по очкам набирается? Да, но очки это так по сути ресурсная травма, это и есть вот эти вот очки. Да. Оно есть. Самое интересное, знаешь, что тело формируется уже, да, каким оно будет, допустим, там вот люди, инвалиды, например, да, или там с какими-то ограниченными способностями, либо же, допустим, наоборот, какие-то спортсмены, с которыми очень развиты физическими возможностями, да, оно формируется вот потом уже на основе вот этого вот, то есть высшее «я» это формирует. Оно говорит, как вот эти вот травмы, которые нужно, душа, да, очки, которые ей нужно набрать, как оно видит лучше, эти травмы будут отыграны, да, и в каком аспекте, скажем так. Блин, что там еще? Там еще есть эти слои. Сейчас. Глубже и дальше, и открывается абсолютно любая информация, абсолютно комфортным для тебя образом. Легко и спокойно. То есть интеллект тоже связан с осознаниями, с очками? Или есть какие-то все-таки параметры, которые может душа выбрать без осознания? Интеллект связан с очками. Душа. Мне сейчас рисует. Может, душа может отыгрывать, скажем так, без
участие высшего Я, что ли. Но тогда должен быть установлен прямой контакт человека с душой. Угу. Но опять же, до этого контакта-то нужно дойти. Угу. То есть это полная осознанность человека. Полный, да, осознанный выбор. Но, и, скажем так, когда у человека появляется прямой контакт с душой, вот эта вот уже структура высшего Я, да, ну, она уже не играет такую большую роль. Угу. Когда человек устанавливает, скажем так, вот сейчас такой круг показывает, да, по сути, высшее Я нужно для того, чтобы человек набрал какие-то определенные очки и установил максимальный контакт с душой. Когда этот контакт установлен с душой, высшее Я уже, по сути, ну, не надо. Оно как механизм перестает играть такую большую роль. Но до тех пор, пока нет осознанности, она формирует реальность. Душа как дает, посылает энергетические импульсы, но высшее Я именно эти импульсы в человека встраивает. И в этом высшем Я как будто есть свое собственное сознание. И это сознание, оно... Блин, а как оно можно назвать? Может быть, это то, что, похоже, люди называли каким-то сверхсознанием как раз-таки? Это может быть похоже. Скорее всего, подсознание. Угу. Подсознание, потому что в компетенции тела будет входить. Подсознание, больше подсознание. Угу. То, что называют подсознанием, это компетенция высшего Я. Угу. Хотя видишь, как люди разделили, они назвали сверхсознанием центральную нервную систему, вывели отдельно, да? А центральная нервная система тоже будет находиться в компетенции высшего Я. Высшее Я в себе включило сверхсознание, то, что в психологии есть, и подсознание. Потому что вывести отдельно центральную нервную систему в сверхсознание, на мой взгляд, вообще неразумно. Это глупость. Это просто подчеркнуть то, что ты видишь глазами, что она отделена. А все равно это компетенция высшего Я. Оно интересное, слушай, я никогда не обращала на него внимания, угу. Но просто по факту там просто... Такое чувство, знаешь, вот механизм веры, он также прописан для определенной игры, прописывается тоже этим высшим Я. То есть в нем программы тоже высшим Я записываются. Во что человек верит, во что не верит, угу. Да? И каким образом. И насколько он, более того, насколько он может сильно развить эту веру в течение жизни. Угу. Даже банально вера в себя. Там прописано уже, насколько выгодно будет для этой жизни. Угу. Как будто есть какой-то предел. Угу. Самый высокий, самый низкий. Он устанавливает рамки. Угу. Вот это прикольно. И вот есть такое, да, как фраза «не перепрыгнешь выше головы», вот это вот оттуда идет. Угу. Ясно. Хорошо, давай сейчас на сегодня мы эту тему выключим. Ты берешь сейчас много энергии с информацией, она, угу, у тебя пойдет на переосознавание, перепросмотр, и мы сможем углубиться в эту тему еще раз, с другой, угу, стороны, под другим восприятием. Сейчас просто большой информационный поток, хапай в себя информацию, который уйдет в тебя на дешифрацию в течение недели. Вдох-выдох, просто наполнись этой энергией. Энергия переносит информацию, ты сейчас в этом потоке. Да, но нужно на самом деле время, ага. Потому что очень много. Очень много информации и накапливается сейчас. Да это я рядом с тобой хожу, и у меня идут озарения. Поэтому давай вот это хапаешь, угу, и вдох-выдох, плавно переносишь.